Перед вами карманный микроскоп со 100-кратным увеличением. Много всего интересного мы видим на коробке, но, к сожалению, непонятно, что нам хотели сообщить наши китайские друзья. Итак, внутри коробочки микроскоп лежал вот в таком вот пакетике. Демантиновым, сшитым не очень хорошо, но, как говорится, дареному коню. Также в коробочке присутствовало очень интересное руководство по эксплуатации, в котором все прекрасно описано красивыми иероглифами. Можно понять, что руководство это от 40-кратного микроскопа, а также латинские буквы А, Б, С, Е и Ф. А, еще буква G. И, видимо, модель. Ну, в общем, занятная бумажка. Сам микроскоп засунут в зиппер с возвращающим влагу пакетиком силикагеля. Размеры микроскопа порядка 14 сантиметров в длину, 5 сантиметров в ширину, ну и где-то пару сантиметров с небольшим в глубину. Активируется микроскоп вот таким вот образом, но у него надо еще вставить батарейки. Питается он на двух пальчиках батареек. Батарейки нужны для функционирования подсветки. Видите, подсветочка. Пытаемся что-нибудь рассмотреть. Сейчас мы рассматриваем волокна на чехле, что идет к микроскопу. Ну, конечно, через фотоаппарат качество картинки передать достаточно сложно. Вот мы, так вот работает фокус. Оп. Там видно даже шкалу некую. В минимум угла положения подсветки можно регулировать ее яркость. Вот мы даже что-то рассмотрели. Но только что мы рассматривали вот эту ткань. В общем, занятная игрушка для любопытных детей и их родителей.